Ну що, зі Святим Миколаєм вас всіх. Я сподіваюся, всі наші глядачі були чемними протягом року і всі отримали під подушку подарунки. У нас починається черга така от свят безкінечних. В гостях у нас Юрій Голик, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Пане Юрію, от в цей період там всі починають бігати по супермаркетам, під акції закуповувати на новорічний стіл різні напої і їжу. А ми з вами підводимо підсумки, так би мовити, цього року, поки от люди цього всього ще не зробили. А отже, 2018 рік закінчується. Які ви бачите позитивні зміни в регіоні? Можливо, щось не вийшло? Ну, розумієте, є видимі змінення, є невидимі змінення. Видимые изменения – это то, что мы показываем у себя на сайте в облгосадминистрации. Это те объекты, которые построены, новые дороги, новые больницы, новые детские садики. Но если вы в историю ОГА заглянете, то деятельность облдержадминистрации всегда до того, как президент Порошенко назначил Валентина Резниченко губернатором области, она продиктовывалась либо политической целесообразностью, либо бюрократическим идиотизмом. И никакого здравого смысла в действиях ОГА зачастую не было. С приходом на пост губернатора Валентина Резниченко в 2015 году на 180 градусов поменялась визия облгосадминистрации, и мы начали заниматься физически осязаемыми вещами. Там новая дорога, новая больница, новый детский садик, новый парк, расчищенная речка и так далее. Но на самом деле это красивая картинка, которая показывает, что изменения возможны, что в отдельно взятой области реформа децентрализации более чем успешна. С другой стороны, мы все проявляем некий такой, знаете, социально-когнитивный интерес к своей работе. И на самом деле мы решаем немножко другие задачи. И вот то, что мы показываем как финальный итог, это на самом деле не та задача, которую мы решали. Почему? Потому что задачу мы решаем на самом деле достаточно эвристически. То есть мы, когда ставим себе задачу, либо когда губернатор ставит, да, мы не понимаем не только конечного результата, ответа на эту задачу, но некой поисковой последовательности, которая к нему ведет. Ну, например, вот сейчас открыт новый хирургический комплекс больницы Руднева, лучшая больница детская в стране, о чем сказал президент публично, это уже разошлось по всем средствам массовой информации нашей страны. Но мы же не решали задачу построить лучшую детскую больницу страны. Мы решали задачу снизить смертность детей. Потому что те условия, в которых попадали новорожденные, их не всегда было достаточно для того, чтобы дети выживали банально. Поэтому если будет спасена хотя бы одна детская жизнь, вот ребенок родился, и раньше он был обречен, а сейчас его спасут, то мы считаем, что мы задачу решили. И на самом деле, если посмотреть немножко назад, ретроспективу, то наши действия могут кому-то показаться хаотичными, но в них есть очень жесткая логика, потому что эта больница уже третья, построенная нами детская, а в начале 2017 года президент открывал новый детский корпус областной детской клинической больницы на улице Космической, самая современная реанимация в Украине на тот момент. А сейчас еще более навороченная реанимация вот в хирургии Руднева. Потом мы открывали педиатрический корпус и хирургический корпус. Кроме того, мы делали реконструкцию перинатального центра. Это говорит о том, что от рождения, от момента, как ребенок рождается, до момента, когда он подрастает, его будет сопровождать квалифицированная медицинская помощь, если ему это будет нужно. Поэтому власне, чего раньше не было. А, пане Юрію, лікарня швидкої допомоги – це ваша парафія чи міська? С лікарней швидкої допомоги дуже сложна історія, тому Бо ну, дніпряни, які потрапляють туди, мені їх просто шкода. Ви знаєте, в любую лікарню, в яку попадають не з числа новопостроєних людей, в принципі, це дуже плоха історія. Кроме того, я вам навіть більше скажу. Я не родився в Дніпропетровській області. Я перший раз їхав в Дніпропетровську область в 99-му році, в ноябрі місяці, по трасі Донецьк-Павлоград. І заїхав на територію Дніпропетровської області, я зрозумів, що дороги закінчились. Я тоді не розумів, що тут було, атомний взрив, пришельці прилітали, чому дорога зеленого цвіту і чому її нет. Так вот, первые 14 километров этой печально известной трассы мы сделали в прошлом году. Но у меня тогда возникает вопрос, а что здесь происходило все 18 лет от моего момента первого посещения этой трассы до момента, как она была капитально отремонтирована, почему ее никто не делал? Более того, если вы зайдете в любую школу Днепропетровской области, выйдете за город Днепр, а Петриковка до реконструкции, Солонянка до реконструкции, Магдалиновка до реконструкции, то вы удивитесь, там туалеты находятся на улице. Теперь вдумайтесь, девочка 12-13 лет или 9, февраль, минус 20, как всегда, снег выпал, она хочет в туалет. Что ей нужно сделать? Ну, зрозуміло, да. Соответственно, такая же точная история с любыми больницами. Поэтому
инфраструктуры в области еще строить и строить. В чем сложность с больницами? Сложность в том, что когда-то был поставлен неудачный эксперимент над несколькими областями, Винницкой и Днепропетровской, когда ответственность была размыта. И так называемая вторичка, получается очень сложная история, когда здание принадлежит, например, областному совету, назначается туда главврач по поданию мэра соответствующего города, ну, в данном случае Днепра, и голосуется сессия облсовета. Но теоретически больница подчиняется облгосадминистрации. Вы же понимаете, что когда коллективное бессознательное, и когда главврач понимает, что у него 18 начальников, то значит, у него начальника нет, и главврач волен делать все, что хочет. Кроме того, в силу запутанности таких историй, не совсем понятно, кто же должен там здание ремонтировать, кто же должен больницу чем насыщать и так далее. Да? И мы в этом году летом начали процесс разделения больниц, и мы часть больниц уже передали на уровень городов, Днепру, Кривому Рогу, сейчас будем Новомосковского давать, а часть больниц, наоборот, у них забрали. Вот в тот момент, когда мы вернем все в исходное состояние, преодолев сопротивление там, части местных депутатов, каждый из которых там, иногда противится этому, да, то мы сможем сказать, что все больницы четко разделены, и теперь за каждую конкретную больницу... Кажучи, предъявляти претензии. Зрозуміло. А с чим ви пов'язуєте такі зміни? Питання доволі таке риторичне, да? От ви кажете, не зрозуміло, чим тут займалися попередні 18 років. А раніше не було децентралізації, менше було коштів, чи все-таки причина не в цьому? Коштів менше не було. Є в відкритому доступі будь-який бюджет будь-якого року, можна взяти і подивитися. Другий питання, що налоги зараз стали перерозподілятися при децентралізації по-другому, і насправді по Украине есть огромное количество примеров, когда деньги есть, а результата нет. Поэтому вопрос не в деньгах. Кроме того, если взять 2015 год, у меня на столе лежала книжка бюджета одной из крупных областей, сопоставимой с нами, скажем так, по размеру, по количеству жителей, по возможностям, по потенциалу. У нас бюджет с ней отличался там, на сотни тысяч гривен по каждой статье. А у нас в этом году, в следующем году на бюджет развития идет только по первой сессии 3,5 миллиарда. А я даже боюсь цифру называть по области, с которой мы сравнивали, мы отличаемся уже в десятки раз. При одинаковых условиях подход, который губернатор той или иной области применяет к бюджету, и то, что он делает с ним, и то, за что голосуют депутаты областного совета каждой соответствующей области, он разнится. Поэтому вопрос в подходе и вопрос в человеке, который область возглавляет. Если у нас губернатор менеджер, а не политик, если у нас депутаты облсовета, которые поняли идеологию губернатора, о том, что на региональном уровне оппозиции быть не может, но может только быть оппозиция к зеркалу. Как может депутат областного совета не проголосовать за новые дороги, например? То есть, понимаете, да? То, соответственно, такие результаты. Поэтому все начинается вот с головы, с главы области. Зрозуміло. А чего не вдалось досягти? Я думаю, що такі речі теж. Ви знаєте, не вдалося досягти головного, це те, що ми не змогли проламати на всеукраїнському рівні старий такий, знаєте, совєтський підхід, рівняти всіх по нижньому краю. В соціології є таке поняття, там найменше обще середнє, low common denominator, це коли... Пояснити би себе складними термінами говорити. Ні, це дуже просто. Це коли ви розмовляєте з толпою, то потрібно розмовляти максимально просто, для того, щоб поняли найменше образовані, тоді найбільш образовані поймуть точно. Так от у нас госуправління такий же підход. У нас государство изначально всі області рівняє по найхудшому. Тобто для того, щоб найхудшее справилось, показатели виставляє по найхудшому. Тобто не заставляє області найхудші тянутися к лучшому. Тому, наприклад, коли ми говоримо, а давайте ліквідуємо Укравтодор, я дайте его все дороги нам, и мы тогда сами разберемся с его трассами. Ну, с Днепр-Запорожье разобрали же в этом году как-то без Укравтодора, да? И с остальными разберемся. То нам говорят в Киеве о том, что это вы такие умные, ну, еще пару областей, а все остальные с этим не справятся. Поэтому давайте пусть будет, как будет. Поэтому наша главная неудача, хотя она не наша формально, нам Укравтодор не подчиняется, это то, что мы не можем забрать на баланс в области все трассы Укравтодора, которые в нашем регионе находятся, вместе с их источниками финансирования, ими заняться. Вот это наша боль. Дніпро-Миколаїв – це теж Укравтодор? Да, Дніпро-Миколаїв – це теж Укравтодор, это, к сожалению, и, понимаете, наверное, менеджеры-экспаты – это неплохо,
Но мне кажется, что в стране с населением в десятки миллионов можно найти своих менеджеров для того, чтобы они не хуже управляли тем же Укравтодором. Мы с уважением к господину Новаку относимся, но мы не можем понять, почему его рабочее время занято там, постройкой трассы Одесса-Винница-Львов, но не трасса Днепр-Кривой Рог хотя бы, я, честно говорю, про Кривой Рог-Николаев, а вокруг этой трассы вообще-то проживает 2 миллиона человек. А 2 миллиона человек это больше, чем, ну, я не знаю, чем Ивано-Франковская область населения, правда? Ну, так. И кроме того, вокруг этой трассы, ну так, если честно уже говорить, сосредоточено огромное количество промышленных предприятий, крупнейших плательщиков налогов в государственный бюджет. То есть вот есть элемент несправедливости, мы таким образом в конечном итоге мы добьемся того, что следующие трассы будут передаваться на баланс области. Какие планы? Ну, во-первых, мы научились и жили, скажем так, в администрации еще одну советскую привычку начинать работы 1 января и заканчивать 31 декабря, и потом начинать следующие. То есть все, что мы строим переходящее из года в год. Ну, например, мы сейчас строим более 35 школ, некоторые из которых мы заканчиваем к концу года, большинство из них мы закончим до 1 мая, начнем следующие. Мы строим сейчас 5 новых детских садиков, мы их начали в этом году, 2 уже в Обуховке под Городнем открыли, следующие 5 мы откроем ближе к июню, к июлю, к сентябрю месяцу, в зависимости от того, когда мы их начали. Мы в следующем году сделаем очередные 130-140 дорог внутри населенных пунктов области. Мы в следующем году будем строить трассу Днепр-Решетиловка, мы хотим ее успеть дотянуть в следующем году, ну, в рамках года, там, 31 декабря до канала Днепр-Західний Донбас. Это уже позволит ехать по 4-полосной трассе, минуя ту разбитую, которая есть сейчас. Кроме того, мы в следующем году будем реконструировать 5-ю детскую больницу в Днепре. И мы еще несколько новых школ в Днепре начнем реконструкцию тоже. Дивіться, зараз таке питання. У нас в наступному році вибори. І ми поки не знаємо, хто стане президентом. При зміні голови держави ці всі зміни, вони будуть відбуватися, чи як це буде працювати? Ну, смотрите, давайте спочатку почнемо. Ми впевнені, що президент зберется на другий срок. По многим причинам. Есть субъективные, есть объективные, есть логичные, есть логичные, есть ощущения, есть там какие-то замеры и так далее. Это первое. Второе. Мы уверены, что сменяемость власти даже в облгосадминистрации это плохо. Ну, то есть условные там 4 года, которые губернатором был Резниченко, вдруг его там назначают министром чего-то, это плохо. Потому что лучше еще 4 года здесь, тогда за 8 лет будет реализовано гораздо больше, потому что с каждым годом процент реализации увеличивается. Да? Ну, то есть все процедуры растянуты во времени. А при любой смене власти, если она когда происходит, то любой новый глава облгосадминистрации приходящий в любом случае задает какой-то свой вектор. Единственное, на что мы надеемся, что рано или поздно мы в любом случае уйдем. Мы пришли во власть случайно из бизнеса, мы в бизнес вернемся, это 100%. Мы надеемся, что в облгосадминистрации останется институциональная память, мышечная, которая позволит рядовым сотрудникам при любом главе администрации через 20 лет делать те же самые вещи. Дивіться, ви згадали про дитячий садок в Обухівці. У нас в країні часто працює так, що от ви передали на баланс місцевої влади, і далі я спостерігав за там певним, як це називається, дискусії, називаємо це так, в ФБ, про те, що температура в садочку недостатня, і хто в цьому винен. От ви передаєте об'єкти на баланс районів, а далі починається знову розвал схождення. Як з цим боротися? Только обучением и тем, чтобы количество таких объектов превысило некую критическую точку, когда они станут не исключением из правила обыденностью, люди научатся этим пользоваться точно так же, как вы ребенку даете iPhone, он не все его функции понимает с первого раза, но там, с каждым месяцем, когда он им пользуется, там, или iPad, да, он понимает все больше и больше. Это на самом деле самая большая проблема. Я вам другой пример приведу, он очень смешной на самом деле, но там, я не знаю, плакать или смеяться. Да, вот больница на Космичке, новый корпус с обалденной реанимацией, там, где Денис Сурков заведующий. Мы ее построили, мы ее открыли, а там вентилируемый фасад. Это означает, что здание утеплено, висят такие навесные фасадные панели, и в здании стоит сумасшедшая система кондиционирования воздуха централизованного, которая позволяет делать температуру разной на разных этажах. Более того, там очень жесткие требования к температуре в реанимации, в которой находятся новорожденные, да, и поэтому там не кондиционерами это решается системой кондиционирования. Так вот, на третий день после открытия больницы на фасаде появился первый кондиционер. Первый кондиционер, привинченный на фасад, означает, что гарантия на это фасадное покрытие, составляющее там 5 или 7 лет, я уже не помню по договору, она закончилась. Угу. Это первое. Второе, когда мы спросили у врача, который это сделал, зачем она это сделала, первый ответ был,
Ну, у меня же висел там в старом корпусе, я с собой забрал, а мне там благодарные пациенты подарили. Потом мы спросили, а зачем вам кондиционер, если у вас здесь есть система кондиционирования? Они говорят, так она не работает, мы ее не включаем. Мы говорим, хорошо, а вы знаете, что когда здание вводилось в эксплуатацию, у вас появился отдельный инженер по эксплуатации, у вас есть обслуживающая компания, все, что вам нужно, поднять трубку, набрать, и вам все придут, сделают. А, то есть для того, чтобы их научить пользоваться этой системой кондиционирования, мы потратили 4 или 5 месяцев. Класс. А вот такая же история происходит, в принципе, в любом объекте, потому что есть многие вещи, которые сидят глубоко у нас, ну, в людях, да, и их очень сложно перебарывать. Мы в Солонянской школе, когда открывали Букроссинг, просто привезли туда 1000 книг, и школу продолжали строить, да. А через неделю мы приехали, и случайно я проходил мимо Букроссинга, вижу пустые книжные полки. Я обрадовался, думал, что все, дети разобрали, ну, фантастика, сейчас мы подарим еще, потому что мы книжки дарим на самом деле. А директор школы подходит, и я говорю, так, а чего вы не звоните, скажите, я вам книги привезу, я же тут каждый день практически бываю. Говорит, не-не, книжки есть, мы их убрали, мы их выставляем по особым случаям. А вот как бороться с этим, да, вот, понимаете, да, вот... С изминами в головах, все, что работает. Да, и таких историй я могу вам рассказать по каждому объекту. Школа Магдалиновки, такая же по архитектуре, как в Соленом, огромная территория, 4 гектара. На глазах родителей школа меняется. Родители сперва не понимали, что мы с ней делаем, когда она совершенно другая по картинке, когда открыли первый трехэтажный корпус, дети туда заехали в сентябре, все счастливы, все довольны, мамы улыбаться стали, вот мы ездили с ними, общались. В рамках реконструкции школы реконструируется местная котельная. В котельной просто меняется там какие-то котельное оборудование, еще там какие-то фильтра и так далее. Там 10 октября или 15 в школе можно включать отопление. Приходит человек, ответственный за это, открывает котельную, котлов нет. Они недорого стоят. Они стоят там 90-100 тысяч гривен или там 80. То есть, в принципе, можно подарить школе эти новые. Там генподрядчик может там за свои деньги их купить, еще одни поставить. Но это заказное оборудование. Оно изготавливается 3 недели. Их украл явно кто-то местный, небольшой ПГТ. Эти котлы невозможно использовать дома. Котлы заказная позиция, изготавливается под размером под конкретную котельную. Их можно только сдать на металлолом. Там за 3000 гривен, за 5000 гривен. По сути, человек, сделавший это, либо группа людей, они тяжелые, их нужно было вытащить, украла тепло у своих детей, потому что их дети ходят в эту же школу. Знаешь, нет. Купили новые и поставили новые котлы, потому что, ну, нет смысла этим искать. Поэтому, вот, когда мы в начале беседы я говорил о том, что у нас там социально-когнитивный интерес, вот наш интерес в том, чтобы количество построенной нами инфраструктуры превысило некую критическую отметку, после которой люди научатся к ней относиться по-другому. Ну так, тому що цей останній приклад, це мені нагадує радянську поговорку «Робочий помні, ти на заводі не гость, йдеш з завода, візьми хоча б гвоздь». Да, так і є. Отже, який підсумок буде? Тобто зроблено багато, але працювати буде, ще... Буде зроблено ще більше. Буде зроблено ще більше. Я думаю, що вам було цікаво послухати про плани Дніпропетровської облдержадміністрації, про те, що було зроблено. Сподіваємося, що в наступному році прогрес буде тривати і ми побачимо ще більше нової інфраструктури. Це була передача «Після слова», канал Д1. До побачення.